Голландия оставалась в тени, хотя колыбель вот именно этой замечательной музыки является именно эта страна. В то время органы еще не звучали так благородно и разнообразно, как вы сейчас слышали в Экстрепуде, и дальше я буду вам играть, и я подберу вам такие регистры, чтобы вы почувствовали немножко вот эту вот аутентичность, грубоватость звучания органа в то время. Я сыграю вам фрагмент команды «Свиринга».